Привет-привет, друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Жанна. Ну что ж, сегодня я не одна в кадре, как вы видите, рядом со мной, вот я не знаю, видно вам или нет, находится мой муж. Вы очень давно спрашивали, просили меня вам его показать. Вот, пожалуйста, можете полюбоваться. Would you like to say hi? Привет! Привет! Так, ну что ж, я просто буду делать видео, он иногда, вот видите, какой он стеснительный, я же вам говорила, он, посмотрите, он как боится камеры, такой весь серьезный, такой прям вот вообще серьезнее, я не знаю. Он даже не знает, о чем я говорю, он за эти годы выучил всего несколько слов, и из них половина матершинных, от которых я просто закукатываюсь со смеху, потому что я не матерюсь, но когда он произносит матершинные слова, мне просто очень смешно. Вот. Поэтому он абсолютно не знает, о чем я говорю. Поэтому он как-то, видите, все время стесняется быть у меня в кадре. И он не знает, о чем я говорю, когда там, что можно ему самому похахмить там или еще что-то. Но вот он очень серьезный, потому что это я его научила быть таким серьезным, когда он приезжал в Россию один, я его не могла встречать всегда в Москве. И он всегда был со своей улыбкой такой, ну знаете, иностранцы же любят улыбаться. И вот он все время улыбался, улыбался, и я его учила. Ты не улыбайся, делай вид, как у русских, пугай всех, чтобы они не знали, что ты иностранец. И вот на свою голову я его научила, что он теперь, видите, какой все время серьезный, особенно при включении камеры. Ну, вот, поэтому никак не может выйти из образа. Теперь мы с ним поменялись. Я раньше была все время серьезная, а после этого теперь я все время улыбаюсь, а он все время вот такой серьезный. Видите, какой он молчаливый. Это вот он перед вами молчаливый, потому что так обычно его не остановить. Он очень много говорит, но по-английски, видите, друзья. Поэтому достаточно сложно вот так вести вдвоем, когда один не говорит по-русски. И помните, когда я начинала видео, у меня все время, что чуть я все время то на русском, то на английском. Вот поэтому то там, то на том, то на этом переключаться приходилось с мужем, когда общаешься из камеры. Так, друзья, ну что ж, я начинаю вот этот сезон, так сказать, видео, поездка в Болгарию. Да, ребята, наконец-то, ура, для вас большая радость. Вы меня очень долго просили, спрашивали, когда же мы вернемся в Болгарию, показать видео, рассказать что-то, как жизнь в Болгарии. И поэтому, смотрите, мы вдвоем с мужем в этот раз едем, и забирать вещи, да, я вам все потом расскажу, что, почему мы уехали, увезли родителей, и мы в этот раз, конечно же, если все хорошо, понимаете, что вирус как бы еще там летает вовсю, да, у нас, и я, конечно, переживаю, если вот нам не нужно было ехать, нам нужно собрать вещи, там, утрясти кое-какие дела, все как бы закончить, мы же арендуем квартиру, да, поэтому нам нужно, необходимо это сделать, вот, у нас заканчивается аренда сентябрь, по-моему, где-то вот там, конец сентября. Поэтому, естественно, мы боимся, что если вторая волна, и мы вообще не успеем съездить и ничего сделать. Вот. И из-за этого приходится рисковать. Так как, конечно, мы не поехали, потому что я все еще переживаю, вдруг кто-то из нас подхватит этот вирус, тем более, что у меня муж такой, он не особо любит за вот этим там следить, за правила эти все. Ну, понятное дело, что я вас заставлю маску одеть и носить, но он такой вредный. И в масках очень сложно дышать. В общем, не знаю, я надеюсь, если все будет хорошо, если долетим и ничего не подцепим, как говорится, мы на несколько недель, поэтому, если что, у нас будет время отлежаться, карантин, да, так сказать, чтобы прошло вот этот вот период, этот вирусный этап 14 дней. И проедемся немножечко по маршруту, я такому выбрала, вот именно города, которые мне интересно было посмотреть, мы побываем в Пловдиве, Велико-Тырново, и доедем до моря, конечно же, Бургас, Варна, и в промежутках вот Несебр заедем. Ну, сейчас я, наверное, неправильно все называю, конечно, как всегда, все произношения. Вот, ну, конечно, я хочу также вот посмотреть все те города, когда мы выбирали место проживания, да, мы когда думали везти родителей, мы же выбрали вот Сандански. Я уже делала видео по какой-то причине, но до этого, конечно, я все-таки думала море, да, на море поехать жить. И мы рассматривали вот как раз Варну, Бургас и вот там небольшие городки. Также мне уже потом в процессе советовали кое-какие города посмотреть. Вот я надеюсь, мы как раз посмотрим, что как выглядит, вот знаем, что муж думает, да, потому что, в принципе, уехать из Болгарии... Все-таки его больше идея была, нам очень понравилось с родителями. Но вот один большой минус все-таки есть в Болгарии, я вам все расскажу потом поподробнее. Вот
ладно. Пока у нас такой серьезный, может потом ничего немножко раскачается в видео. А, видите, стесняется камера человек, ладно, не будем его смущать, так я немножко отвернусь. Такой серьезный, я не знаю, я говорю, Джеймс Бонд, блин. Буду звать его Джеймс Бонд. И сразу узнался, Джеймс Бонд. Видите? Джеймс Бонд. Бэтмен. 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 Джеймс Бонд. А Джеймс Бонд ему больше нравится. Окей. Okay. You try hard not to smile, do you? Show you bloody what you want to say. Так, ладно, пусть продолжает, не буду отвлекать от вождения автомобиля. Нельзя, просто сейчас здесь как бы спокойно, мы едем очень медленно. Вот. Ну и немножечко, конечно, наша поездка началась с Гибралтара. Сейчас мы едем по Испании до Мадрида. Так, это у нас почти 7 часов, но мы с небольшой остановочкой сейчас. Так вот, мы через 4,5 часа сделаем остановку. Нет, мы, скорее всего, через 2 часа сделаем остановочку, немножко отдохнем. Через 4 часа будет у нас гостиница. Где-то там по дороге. В общем, не знаю, какую-то гостиницу я там сняла. В общем, мы остановимся с ночевкой и продолжим путь на следующий день до Мадрида. Оттуда у нас где-то будет почти 3 часа поездка. Если у нас получится, мы хотим заехать в город Толедо, немножечко проехаться вокруг, посмотреть, может быть, даже остановиться, выйти прогуляться по древнейшему городу. Конечно, очень замечательный город. Мы до этого его проезжали мимо, когда ехали в Гибралтар из Англии. И мне, конечно, очень хотелось туда вернуться, но я надеялась, что мы это сделаем с ночевкой. Но в этот раз опять у нас так не получается. Вот, по времени немножко нас тут поджимает, потому что самолеты не каждый день летают, очень мало, и мы боимся, что, видите, мы как вот только первые возможные самолеты начали продаваться, мы сразу купили билеты, потому что боимся, что вторая волна опять все закроет. Сейчас все что угодно можно ожидать. Вот, и дальше уже полетим, это Wizz Air, обычно мы с Малаги летаем, но видите, из-за коронавируса брали самолеты, они не летают из Малаги, поэтому только из Мадрида, вот поэтому у нас в этот раз очень такая большая дорога получается, нас не очень удобно с Гибралтара через Мадрид лететь, но придется сделать это, что ж поделаешь. Так что так, друзья, я думаю, вам, может быть, будут интересны эти видео, и даже, я бы сказала, полезны, так как, я говорю, мы посмотрим все с вами в Болгарии, снова обсудим все темы, как бы такие интересные, очень много мне задаете вопросов, в личку пишите, и я уже по вашим вопросам, как бы, естественно, ориентируюсь, какие дать вам ответы, посмотрим, изменились ли цены сейчас с этой эпидемией, что, как вообще, и какие условия, там, я не знаю, что теперь вообще. Вот. Ну и также, конечно, в аэропорту. Я, конечно, все равно переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо. И помните, у меня также прибаливал желудок. Я проверялась, вроде как мне сказали, все у меня анализы взяли, сказали, что как бы ничего критичного нет. Даже никаких таблеток опять не прописали. Вот в прошлый раз я попала в больницу, меня как бы там подлечили, и вроде все нормально. Так, остановку сделали. Сейчас хочу взять кофе. На вынос. Один кофе. Мужу, Джеймсу Бонду. Потому что я сейчас кофе не пью особо. Все еще боюсь со своим желудком. Так, где у меня здесь? Кофе. Так, ну кофе я вижу, только не пойму, где у нас... Какой кофе-то здесь есть? Где? Алло. А, yes, please. Так, ну что ж, я взяла кофе. Очень горячий, я не знаю. Сейчас такую жару, смотрите, 35 градусов жары. Это вообще обалдеть. Мы внутри не захотели есть, потому что, ну, там люди как бы немножко все равно, говорю, решили, будем здесь сейчас. Нам с собой тем более сделали. Посмотрите, какие вкусные блинчики с изюмом родители нам приготовили. Вот, так что будем сейчас с кофе. Это вот у нас небольшой перерывчик. Так, ну,
Ты доволен? Are you happy? You gonna have some pancakes? You see? Он так стесняется камеры. Ой, не надо стесняться, все будет хорошо. Большой отельчик на автостраде, называется Альфонсо 3. Я потом вам сделаю небольшой обзорчик. Сейчас мы зарегистрируемся. Это мы сейчас на ресепшене находимся. И потом я спущусь и сделаю отдельное видео, наверное. Сейчас мы с вами увидимся в комнате, какая там у нас будет комната. Мы зашли в комнату, друзья. Ну что ж, в коридоре было очень темно, поэтому пришлось выключить камеру. Очень похоже, как будто так в замке находишься. В принципе, так очень интересно, смотрите, сделаны лампы, как будто это свечи, окошко очень тоже, да, прикольное, с аркой такой, то есть прям такое чувство, что в небольшом замке находишься, реально такие вот, видите, кровати. Вот. И тихо, у них хорошая шумоизоляция, там, то есть видно, что у нас имеется дорога, вот, да, ездят автомобили, вот. Но очень тихо, вот слышите? Вообще не слыхать. Ну так, чуть-чуть. Ну, большая комната, в принципе. Очень все хорошо. Так, и стоит 45 евро. Ну вот у нас это ванная. Тоже там туалет. Даже биде есть. Вот. Ну, в общем, вот так, друзья. Такая, сейчас посмотрели немножко все. Ну, в следующем видео я немножко вам покажу вокруг отель, сам пройдемся, посмотрим, что у них интересного там есть. Ну что ж, друзья, на этом все. Если понравилось видео, не забывайте подписываться, лайкать. Увидимся на следующем видео. Всем пока-пока!